Всем привет, с вами я PvP1, мы продолжаем проходить мод для Warcraft 3 под названием Shadow King. У нас 5-я глава и еще одна мудрая глава такая. Нам придется знакомиться с расой троллей. В общем, по ходу игры мы узнаем. Надеюсь, я пройду вообще. Только не задержусь. Смотрим. Ну ничего себе, да у них тут целый город. О, вот это поворот. В котором никого нет почти. Нам удалось узнать, что в главе стоит военный наместник Гилфорд. Думаю, с его смертью Альянс отступит. Да, и Шкник начинает раньше времени бегать, вот что весит. То, чего же мы ждем? Прикончим его. А ведь глупо было оставлять Варематоса и часть наших воинов. Нам не удастся уничтожить этот город без него. Хорошо, но мы с Черховым все же постараемся нанести им большой ущерб. Раньше времени, вау. Так, и куда-то ушел вообще этот Скорпиус. Зачем? Так, новая раса тролли. Они будут троллить всех. Почему тролли, нигеры зеленые? Зеленые ники такие. Будем смотреть там маленьких юнитов. Готов калывать. Конечно же, говно осадное орудие. Нужно построить зикуран. Вообще лучше сюда же ставить. Ваша воля исполнится. Я жажду служить. Исполню с радостью. Ваша воля исполнится. Зато между ними стоит база. Вообще круто так. Правда же? Чего желает мой повелитель? Даже кладбище нет. Зашибись. Говори! Такие вот трали, шаманы. Постройка дорогущие до ужаса. Рабочий стоит 80. За что? Что надо, хозяин? Постройка завершена. Сопилка есть, завершена. Все здания пустые. Постройка завершена. Завершена. Чего хочешь? Готов к делать. Да-да. А сразу цитадель грейдится. Исследование. Долго будем. Готов вкалывать. Где иконка? Почему ее нет? Куда ходить? Буду сделать. Умный мысль. Готов вкалывать. Я слушаю. Так, это мне надо только... понастаять. Где прольется моя кровь? Да, понастроить побольше этих некросов. Убить. И хватит. Хитро придумано. Готов. Буду сделать. Здорово. Буду сделать. Сразу выходим на базу. Хитро придумано. Мини-база людишек. Постройка буду завершена. Чёрт. Здорово. А еще вот такие буду гады. Сделать. Всех убивать. Видит мой папу. Постройка говорит. Завершена. Умный мысль. Золото прям на лесопилке, ВТП. Я тебя слушать. И что это за херня? Золото на всех крепится, оп. Говори. Постройка завершена. На нас напали. Кого убить? Здорово! Да ну совсем охренеть. Пошли отсюда. Куда ходить? Здорово! Хитро придумано! Умный мысль! Говорю, столько вроде здоровый, а так мало дамага для головореза. Буду сделать! Умный мысль! Черт, срань. Буду сделать!
Умный мысль! Вита. Никого не щадить! Чё, такие струсили, да? Он умирать! Всех убивать! Я разрушу эту лесопилку по-любому. Чёрное копье! Никого не щадить! Не могли пассивку что ли сделать, а? Здорово! Он умирать! Куда ходить? Чёрное копье! Буду сделать! У кого там сетка? Отлично, качаемся, чё. Хитро придумано. Буду сделать. Что-то они как-то не спешат атаковать. Говори. Я слушаю. На всякий случай. Тебя слушать. Четвертый левел. Проверим, что за ядовитая волна. Умная мысль. Хитро придумано. О, да ужас, прям ядовитая. Здорово. Видишь, мой попу. Куда ходить? Умная мысль. Видишь, мой попу. Говори. Он умирает. Все надо. Постройка завершена. Куда ходить? Постройка завершена. Всех убивать! Он умирать! Это кто так много дамага вдруг нанес? Кого убить? Всех убивать! Здорово! Да, так они, по крайней мере, свои войска просрут на защиту. Кого убить? Я умный. Перед вашей волей. На жизни за Нерзула. Да, повелитель. Исполню сразу. Говори. Кого убить? Хитро придумано. Исследование завершено. Исследование завершено. Угу. Надо будет поссать второй дом. Чё надо? Угу. Находить. Ну сколько их. И оранжевый даже тут тпшится. Куда ходить? Ну, совсем охренели, даже. Не хватает маны. Схрена себе тут, блин, стоимость этого скилла. Кого видишь, мой папу? Видишь, мой папу? Почему? Почему он кидает. У него в руках копья, но кидается он топорами. Что за ВТФ? Я тебя слушать! Иди-ка сюда. Исследование завершено. Последний выстрел. Ну, еще один из. Давай ты. Завершено. Хитро придумано. Умный мысль. Куда ходить? Хиллер спасает ситуацию вообще. Да. Такие красавцы. Постройка завершена. Какая-то жирная хижина у троллей. Покажи мне путь. На нас напали. Так, мне заморозка ваша. Куда ходить? Понадобится очень. Тут много башен, как я знаю. На нас напали. Кого? Вот, привет. Мой папу. Кого убить? Хитро придумано. Я тебя слушать. Идите вы нафиг, а. Кого? Видишь, мой папу? Стой ты на месте, вот так. Кого убить? Умная мысль. Видишь, мой папу? Так, ты просто бей это и все. Постройка завершена. Я тебя слушать. Буду сделать. Видишь, мой папу? Будем защищать. Видишь, мой папу? Мне это нравится.
что? Куда ходить? Черт, баллиста. Отлично. Была баллиста, нет баллисты. О, отлично, тролль великий. Ну, у него очень много дамага, как я знаю. Говори. Это круто, что у него много дамага. Я тебя слушать. Так, здорово. Сейчас попытаемся. Черное копье! Он умирает! Всех убивать! Черное копье! Всех убивать! Никого не щадить! Умный мысль! Всех убивать! Говори! Кого убить? Чего надо? Логово крови. Угу. Да. Незамысловато как-то. Трепещите, враги! О, отлично. Проглотите 68-80. Ну, круто, в общем. Говори. Куда ходить? Будут постоянно свой своими странными пехотинцами. И вот так вот убегать тупо. Тем временем у нас такая армия. Так, прекратите. Где прольется моя кровь? Живые на отрекшихся вообще не наступают. Постройка завершена. Говори. Ух ты, а это вы мощно оказывается. Я тебя слушать. Я тебя никого. Так, хиллеров надо побольше. Так, и свиноферма сколько у нас дает? Нужно построить зикура. Отлично. Две свинофермы все решат. Недорогие и жирные. Кто на очереди? Куда ходить? Так. Умная мысль. Откуда они прут, а? Здорово! Умный мусор! Че такой смертельный удар вообще, я не понимаю. Ты что, Герыч так забивает? Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Черт, а я исследование не делаю. Напали. Чего? Какова воля тени? Давай! Буду сделать! Стройка завершена. Так, шам надо побольше. Шаманы. На нас напали. Одного тролля и пара головорезов. Стройка завершена. Куда ходить? Никого не щадить! Умный мысль! Пошли, пошли, пошли! Мой я тебя слушать! Да откуда вы беретесь, а? Кого? Сюда наступать надо. Они только первого исследовали дамага. Видишь, мой папу! Кого убить? Кого? Исследование завершено. Говори! Я тебя слушать! Постройка завершена. Видишь, мой папу! Куда ходить? Буду сделать! Будем прорываться. Умный мысль! На нас напали! Видишь, мой папу! А, у них что там, дырка что ли какая-то? Кого убить? Ладно, отправляемся сюда. Кого убить? Кого убить? Мне это нравится! Живые наступают! Идите вы нафиг, живые наступают! Че, андед я что ли? Это говорит. Что приказывает? Чё, это есть. Так, куда-нибудь отправим её. Я тебя слушаю! Какая воля тени? Отправляемся в путь, в бро. Мёртвые ждут. Сюда никто не идёт, все прям только на нас и прут. Мой папу.
Блин, у меня столько воинов, что все разбросано. Так. А 6 еды даже и хрен знает, что себе. О, может больше, тут 300 аж. Кого убить? Видишь, мой папа? Где враг? Тогда я в игре, вол. Наши братья зовут на помощь. На нас напали. Мертвые ждут. Так. Вот они длинный путь проходят. Жду приказаний. Хранит меня тьма. Во имя короля мертвых. Я не понял, как они пришли вообще-то. Не понял. Как? Сейчас будем, короче, прорывать. Эй, вы чё творите? На нас напали. На нас напали. Мертвые служат тебе. Пусите фиолетовый сдох зовут на помощь и подавятся. Мертвые тени, мертвые служат тебе. Жду приказаний. Напали. Какова воля тени? Приказывай. Наши братья зовут на помощь. Как раз когда накопилось. Ливанкой пойдете штурмовать под прикрытием скелетов. Кто на очереди? Так вы что сюда приперлись-то, а? А, вот откуда они проходят, а? За что ты так, а? Мертвые служат тебе. Наши братья зовут на помощь. Так. Я слушаю. Будем, короче, действовать скучной долгой тактикой. Чик. Чик. На нас напали. Я здесь? Может захватить себе работника. Исследование завершено. Наши братья. Продвигаемся потихонечку сюда уже прямо. Куда ходить? Укажи мне путь. Пусть держится лезть. Никто не уйдет. Наши братья зовут на помощь. Мертвые скоростью. Черт, никто не уйдет жива воля тени. Мертвые ждут. На помощь, маги. Мертвые жрабья зовут на помощь. О, микрос добили, отлично. Я слушаю. Мертвые ждут. Наши воля тени на помощь. Мертвые ждут. Наш рудник скоро иссяк. О-о-о, это плохо. Скай так будет лучше. Я жажду. You go. Yes. На
Наши братья. Тебя слушать. Боже, сколько тут турпаков-то, а? Они все не узбагаиваются. Чего хочешь? Окей, сейчас мы понастроим свиноферм. Че надо, хозяин? Сделаю. Чего хочешь? Даже ДПКФ устроить можно. Исследование завершено. Так, сейчас. Чего желает мой подвиг? На нас напали. Эти озабочены своими проблемами. По воле тени. Исследование завершено. Мертвые ждут. Во имя короля мертвых. Так идите-ка лупите ратушу, а чё вы хернёй маетесь? Стройка завершена. Я жажду служить. Стройка завершена. Эй, 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 отвали от посудщика, он тебе ничего не сделал. Склоняюсь перед вашим мёртвым. Так, надо вебку исследовать. Зовут на тебя слушать! Кого убить? Так, кажется, перестает уже потихоньку наступать. Буду сделать! Юна, видишь, мой попрос? Я здесь? Куда ходить? Привет, Сильватка, вот как ты мощный. Исследование завершено. Так, все, вот. Постройка завершена. Этих псевдобаз мы избавились. Завершено. Завершено. Пора продвигаться. Укажи мне путь. Золотой рудник обрушился. Лево, по крайней мере, надеюсь, не будут идти больше. Мигает то неподходящая цель. Золотой рудник обрушился. Я здесь. Мне это... Чего ходки нету? Я здесь. Куда ходить? Это же жестокое издевательство же. Так. Жизнь. Идите-ка сюда. Мертвые служат тебе. Постройка завершена. Завершена. Чё надо, хозяин? Постройка завершена. Чё надо, хозяин? Угу. Сделай. Делайте пока свою работу. Е6! Черт. Куда ходить? Эту главу можно было бы значительно быстрее пройти. Не такая она и трудная. Сейчас. Давай. Я тебя слушать. Хитро придумано. Куда ходить? Исследование завершено. Кому? Я здесь? Разумеется. Что надо? Так, надо башен понаставить. Да. Что же для... Угу. Что надо, хозяин? Нескольких рабов. Да-да. Есть работка. На и потом отправлять срубить дерево. Кто на очереди? Кого убить? Да, пятая глава будет легкая, походу. Мертвые ждут. Где враг? Так, а где труповозки-то? Что-то они у меня где попало разбросаны. Идите-ка сюда. Я тебя слушать. Нам надо в город прорываться. С удовольствием. Кого убить? Так, зовка Бьорна. Это ж... Ну, дома хотя бы давать будет. Слушать. Говори. Так, Сиванка, вы чё тут? Давайте, гоу-гоу, продвигаемся. Вы чё стоите все толпой туда? Кого убить? Я тебя слушаю. Прямиком к этому вонючему Гилфорду, или как там его? Ой. Жестокие башни. Этим головорезов они жестокие, вправду. Так, где вы, ледяные змеи? Сюда! Срочно надо! Я тебя слушать! Укажи мне путь! Мертвые служат! Рубаем автоказ! Гоу, гоу, гоу! Труповозки сюда! Постройка завершена! Постройка завершена! Так, все. Я врубаю на полную мощность головорезов. Куда ходить? Пусть строится. Направь мой клинок. Кто на очереди?
Жду приказа. Так, о-хо-хо. О-хо-хо. Я слушаю. Гоу-гоу-гоу-гоу. Мертвые ждут. Жестоко сожру. Видишь, мой папюга? Хиллер-то. Наши братья зовут на помощь. Я здесь? Юна, видишь, мой папюга? Мне это нравится. О, жива воля тени. Я тебя слушать. Черное копье! Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Жду приказаний. Не головорезы нравятся очень-очень эффективные. Да. Здесь нам делать нечего, мы это место проигнорим. Я тебя слушаю. В центре карты где-то. Мертвые, мертвые служат тебе. Кровосток один за другим. Какова воля тени? Мертвые служат тебе. Мы теряем войска. Так. Сюда, гоу, гоу, гоу. Вы, вурдалаки, тоже пригодитесь. Так что гоу, 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 живо. Без разговоров. Тебя слушай, кто на очереди? Направь мой клинок. Стройка завершена. Стройка завершена. Мертвые служат тебе. Так, это все что, некросов что ли осталось? Так, мы почти дошли. Где второй змей? Черт, у нас войска все разбросаны. Змей его наш. Гоу, гоу, гоу. Гоу, гоу, гоу. Жду приказаний. Какова воля тени? Я тебя слушать! Наши братья зовут на помощь. Направь мой клинок! Слишком много этих башен огня. Мертвые служат тебе. Видишь, мой папуа? Какова воля тени? Жду приказаний. Наши братья зовут на помощь. Давай! Почти дошли. Я тебя слушаю. Постройка завершена. Умный мысль. Я вот так тебе. Я ой. Сванка. Постройка завершена. Ты чё? Брак не уйдет. Здорово. Буду сделать. Хитро придумано. Надо убить будет Гилфорда. Разумеется. Исследование завершено. Кого убить? Мертвые служат. Куда ходить? Слишком много, чтобы умирать. Я слушаю. Есть. Говори. Бейте этого говнюка! Все. Вот так вот. Скорпиус, боюсь, ты опоздал. Мы смогли убить Гилфорда сами. Ордерон вновь в наших руках. Боюсь, что нет Сильвана. Он в моих руках. Что? Убейте его, сестры! Боюсь, что утрёвшийся больше не подчиняется тебе. Вот так вот глупо закончилась твоя династия. Поверь, я могу дать твоим братьям и сестрам намного больше, чем ты. За них не беспокойся. Прикончить её! Ты пыхнулась. Гадина. Так вот печально заканчивать спятая легкая голова.